Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артём, и сегодня мы будем делать очень классный комплекс упражнений для всего тела. Руки, ноги, корпус, все это будет работать в этом комплексе упражнений. Все, что вам нужно делать, включать это видео и заниматься вместе со мной. Итак, поехали! Все упражнения очень простые, все, что вам нужно, это ваше желание и 2 квадратных метра. Первое упражнение, ставим ноги пошире, ноги смотрят наружу под углом 45 градусов, руки поднимаем вверх и будем делать полуприседы в сторону. Делаем 20 раз. Раз, два. Напоминаю вам, что колено не выходит за носок. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем выдох при нагрузке. 10, 11, 12, 13, 14. 15. Это очень хорошее упражнение для внутренней части бедра. 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы. Следующее упражнение. Ставим руки на бедра, поднимаем одну ногу вверх и делаем такой удар. Раз. Ставим обратно, делаем 10 раз на каждую сторону. 2. Медленно, не спеша. 3. 4. Мы должны почувствовать нагрузку квадрицепса. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Замечательно. Поменяли ногу. 1. 2. Спинку держим ровненько. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Следующее упражнение очень простое. Становимся на носки, на руки, также на бедра. Это одно из лучших упражнений для икроножных мышц и сухожилий. 1, 2, 3. Упражнение очень простое, можно делать где угодно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Делаем небольшую паузу сверху. 17, 18, 19, 20. Молодцы. Следующее упражнение. Делаем 15 отжиманий. Напоминаю вам, что руки уходят назад примерно под углом 45 градусов. 1, 2, 3, 4. 5. Кто не может делать обычное отжимание, делаем отжимание с колен. 1, 2, 3, 4, 5. Еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Супер, молодцы. Следующее упражнение. Очень хорошее упражнение для боковых мышц пресса. Мы становимся в боковую планку и будем поднимать бедра вверх-вниз. 1, 2, 3, 4. Делаем 10 раз на каждую сторону. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы, поменяли стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер, переходим к следующему упражнению. Это у нас будут водолаз. Делаем 20 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, подальше, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Замечательно. Следующее упражнение. Берем руки в замочек, обхватываем подколенное сухожилие таким вот образом. Одна нога прямая. Будем поднимать ногу, которая прямая. Раз. Два. Три. Бедра также отрываем от пола. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Следующее упражнение. Поменяли сторону. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер, молодцы. Следующее упражнение. Делаем 12 мостиков. Раз. Два. Очень хорошее упражнение для ягодиц и нижней части спины. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы. И последнее упражнение. Рисуем круги ногами. Рисуем 5 кругов в одну сторону, 5 кругов во вторую. Отличное упражнение для нижней части живота. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Молодцы! Вот мы и закончили сегодняшнюю тренировку для вас. Если хотите, выполните 2-3 сета таких упражнений с перерывом 1-2 минуты между сетами. И у вас получится замечательная тренировка. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя тренировка. Если вам что-либо непонятно, обязательно пишите комментарии. Обязательно отвечу. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Уфитнес. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем пока!